Здоровым всем, ребята, Кентуха на проводе. И то, что вы видите прямо сегодня, это просто лютый трэш. Потому что я просто в шоке. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я вас прошу только одно. Посмотрите видео без перемоток, и вы будете в шоке точно так же, как и я. Ну и конечно же, перед началом данного ролика хотел бы вам подарить Kunai Radiation. Чтобы получить, тебе надо первое, прямо сейчас прожми лайк. Во-вторых, подпишись на мой канал. В-третьих, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток, потому что я буду проверять. Короче, ребята, прямо сегодня мне написал один топовый трейдер, и он мне предложил сыграть дуэль на аккаунт. То есть проигравший отдает аккаунт победителю. Поэтому, ребята, держите за меня кулачки, поехали. Всем привет, подписчикам Кента. А ну, брат, показывай шут. Ой-ой-ой, АВМ Спорт 2. А ну, братик, а ну покажи G22. А ну покажи, ой-ля, ой-ля. Брат, расскажи мне просто, почему ты решил предложить мне сыграть дуэль на аккаунт? Притом аккаунты мы же отдаем навсегда, без обмана. Брат, почему? Расскажи. Просто ты более популярный, и все говорят то, что ты нуб. Я нуб? А, подожди, то есть ты хочешь выиграть мой аккаунт, а не проиграть? Ладно, мужики, прям сейчас собрались. Хэштег Кентуха тащи, Кентуха Кибер. Ну чё, брат, играем бой, Тёмочка. Победитель получает все, а проигравший получает... Брат, поехали, поехали, поехали. Ну что, ты готов или нет? Everybody dance, тыц, 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 тыц. Все, братик, я играю. Просто говорю сразу. Признайся, ты кибер или нет? Ну так по-честному. Что я понимал, мне играть все силы. Я не кибер. Кибер. Ты не кибер. Сколько у тебя голды на счету? Какие у тебя есть скины? Что я понимал, что я получу, если я выиграю? 1150 голды на счету. Всего лишь-то. Так, дальше. А ВП Спорт 2 стоит, получается, на рынке. Так. Ну, FNF Leather, релик тоже. Охренеть! То есть. Керрис Голд. Ну, то есть, как бы нам вся на MLS коллекция, да? Да, там. Слушай, еще по мелочи ТХ. Радмирчик. По мелочи, Радмирчик. Радмирчик, такой вопросик тебе. А ты вот не заметил то, что ты немного проигрываешь? Ты вот, ну, да. Ты понимаешь, что, ну, что тебе попа? Или нет? Или ты думаешь, что ты выиграешь меня? Ну так честно. Я тебя выиграю. Да, Радмир! Ребят, как думаете, кто победит? Я или этот нубик Алимой? Ой-ой-ой-ой, брат. Брат. А чё, я лока, не прошла-то. А-а-а! Тебя при помощи бага пытался прострелить! Не, братан, так нельзя, так, дуэли с кем-то пока никто не играл еще. Это баг, ну а как, ты стреляешь в ту дырку, где я тебя даже не вижу. Так, ладно, брат, окей. Киберспорт, моя жизнь. А, не понял. Что там такое? А ну-ка, давай на лаву, как мужики! Ой, а что такое? Лука прошло. Ой, головочка прошла на язычах, мужики, просто языкаточка. Радмир, давай так, то есть, да. Если я выиграю эту дуэль, ты обещаешь, то, что я буду в шоке? Вот так вот скажешь. Да. Обещаешь. Да. Ребят, если вы видите это видео, значит, все-таки Радмир оказался ровным пацаном, и значит, там дальше будет просто полное мясо. Все, Радмир, погнали, 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 погнали. Я взял оружие богов. Брат, ой, осуждаем такие вещи. Ты чё? Ты чё, с дробашом играешь? Да, это... Братан, фу! Ребят, хэштег, кто играет с дробашом, тот нубгалимый. Брат, дробаши никто не берет, с дробашами полный бот играет и нубы. Ты понимаешь, брат, даже на всех турнирах дробаши запрещены, ты гонишь. Брат, никогда не покупай дробаш. Ладно, поехали. Ну куда ты мне прям в лицо флешечку кинул? Слушай, какой вопросик, Радмир, что понимал, да? Смотри, ты вообще с киберспортом дружишь или нет? Только честно. Ну, более-менее вроде. Не понял, ты по кому там стреляешь-то? Ах ты засранец. Взял мою эмочку 16 и просто решил меня с нее ж замочить, да? Окей, окей, брат. Я тебе сейчас сделаю сюрпризик. Я возьму секретную пушечку. С этой пушечкой играют только полные киберспортсмены. Вроде кем-то. Пушечка, ты ловушечка. Брат, как ты на машине взял? Вот предположи просто. Ну я скажу так сразу, типа. Авик. О, как ты узнал? Ой, а что такое? А что такое? А, ну такое? Изыкаточка, ребята. Да я спасибо, извиняюсь. Брадух, наверное, с андроид играешь. Ой, извиняюсь. Братан, какой смотри. Android, iPhone. Ой, и какой у тебя iPhone? А ну скажи, какая у тебя модель-то? X. X, ну не то главное, не то главное, брат. Брат, только какой у тебя вопросик? Ты сам заработал или тебе родители дали денег? То честно. Вот между я нами. Я сам натрейдил. Ой, брат, ну конечно, это было неприятненько. Счет 4-2, я тебя даже не чувствую. Ладно, так уж и быть, я тебе дам небольшой шанс. Я возьму, знаешь, какое оружие? Ой, ля, мне даже стыдно говорить. Я возьму... Не-не, я возьму М100.
Ты просто должен все взять. Чтобы развиваться в кулак и просто победить. Сможешь, брат? Постараюсь сейчас. Брат, старайся. Нифига себе флешку кинул. Прям по мне попал-то. Ну что, так. А, я слышу, где ты? Ой, тебе попочка. Тебе просто попочка. Просто попочка. На! Ладно, ладно. Слушай, а что это у тебя АКР на статриках? Где там твои эти АКР, Триасуры, Хунтеры и так далее? Что это ты как бедняк бежишь да с этим сраным? Этот... Статрик! На рынке стоит. На рынке, понял. Вопросы отпали, то есть, брат, я понял, то есть я в тебе даже не сомневаюсь, у тебя есть почти вся на МС-коллекция. Ой-ой-ой. Ох, кто это там простреливает? Это не я! Брат, а что такое? А что по ему-то? 5-3-то? Ну что-то как-то ты не очень играешь, да? Ну и шо, молодой человек, шо ты вы, мой малёха, нубик-то галимый, ха-ха-ха? Готов или давай нет, брат? Давай я тебя завалю с М40, то ты нуб. Чего? Да, спокойно, брат, ты запомни, тебе просто полная попа, кто нуб-то? Блин. Давай, иди с... Ты чё, слышишь, это Багаюз? Слышь, ты чё там целишься-то? По кому целит? Смотри, ты еще и получил топор, то есть я тебе еще и помог. Я понял, брат. То есть ты меня вообще решил опоздорить по полной программе. Окей, я тебя слышу, родники. Собрались, говорится, делаем. Дал, ушел. Кент ПК пришел. Ну че, братик, я готов получать по попочке или нет? Ну скажу так честно. Нет. Готов логин и пароль писать? Я думаю, ты уже их подготовил заранее. Потому что сейчас, скорее всего, мы тебя будем закрывать. Ой. Ага. Я понял, где ты. Ой, зря ты топнул. Братан, я тебе стоит, посмотри спину. Вдруг там я. Понял, окей. Радмир, я вот реально не понимаю, ты в киберспортивных кланах не состоял каких-то? Ты играешь, ну прям очень хорошо. Ну прям реально видно, что не ну. Не состоял? Окей, я понял, ну ладно, все, Ратмир, давай, собрались, все, тебе надо платить бампу, играем до 8, осталось 3 раунда, все по дефолтику. Ратмир, брат, такой вопрос, а сколько бы 3 плюс 3 нужно на 3, чтобы мы не бали, насколько ты умный? 3 плюс 3 умножить на 3. А сколько бы 2 плюс 2 умножить на 2? 6. Брат, ну ты по гений, ё-моё, хэштег гений в комментарии. Ратмир! Ой-ой-ой. Валим на гелике. Ох ты, блин, нифига себе. То есть, я понимаю, надо играть на всю силу, правильно? Братишка. Все. Головка пролетела, спокойно 6-5 сделали. Хэштег киндо, красавчик. Ребят, нормально раздали. Так, что бы мне такое взять-то? Ладно, обратно поиграть с фомастом, но в следующем раунде, братик, я тебе скажу сразу. Когда я тебя еще вырою, я беру авик и ноузумом чисто тебя, ну, бага лимой закрываю. Тебе ясно или нет? А если я тебя сейчас постараюсь убить опять? Ну постараюсь, попробуй! Вдвойне нубгалимый будешь. Брат, слышишь, я говорю, раз долетел, ты там больше, ну, на себя не бери так много, брат. Раз долетел и все. Не понял, ты еще пытаешься прострелить, оп! Ой, брат, а что-то не залетело? Что-то не залетело? Так, родники, пирожочек ты мой, ты где? Опа, есть. Не понял. Трындец, ты лакер! Не, хорош. Не, брат, я говорю сразу, типа, я играю сейчас, у меня все силы, вот именно сейчас. Ты видишь того самого кента, который ты видел на стримах? Ты готов к этому? Сейчас я включаю того самого кента, который выигрывает любую дуэль, когда речь идет о больших суммах. Брат, тут мы, получается, играем за дуэль тысяч на 400 голды. А сколько всего твой аккаунт со всеми твоими NameList коллекциями и так далее, с этими скинами для бедных? Сколько всего он стоит, ну, примерно? 500 тысяч голды точно. Реально? Вау. Ой. Так. Сколько хп, только честно скажи. 20. Оп. Теперь 0. Все, братик, давай 7-6, закрываем, ну чё. И знаешь, вот я хочу финальный раунд, это чисто символически, хочу купить. А чё мне на ВП-то не хватает? Ну ладно, братух, все, поехали. Желаю тебе успеха, Лариса, успеха, добра и позитива. Погнали, родненькие, 7-6, хэштег не паганенько. Погнали, бро. Так. Ой, брат, мой тебе совет, не перезаряжайся на ходу. Уши! Плюс аккаунт! Брат, логин пароль.
прямо сейчас мне на ту колонию пролили. Ты не кидок, скажи сразу. Нормальный парень, ты адекватный человек, ты добрый. Да, я адекват. То есть ты реально готова дать мне прямо сейчас свой аккаунт? Брат, ты плакать не будешь? Да. Плакать не будешь? Нет. Брат, нет. Хорошо, потому что я буду. Потому что жизнь меня не заскамили. Так, окей, брат, ты просто лучший. Просто хэштег Ратмир лучший. Ратмир лучший, Ратмир лучший. Ратмир топ. Ратмир, брат, я прямо сейчас выхожу, пиши мне ВК, логин, пароль, я захожу, братик, на мой новый аккаунт. Окей. Так, ребята, братан 86. Прямо сейчас 86. Нажал. Всё. Добро пожаловать, принимаю. Ой, ля, это лучший день моей жизни, как же рад. Ребята, запомните, 24-е, 11-е, это лучший день моей жизни, лучший день. Я выиграл аккаунт трейдера, yes. Просто ты лучший, брат, ты просто лучший. Захожу, и... Чё нахрен, какой бан? Ты что сделал? Что ж, нормальный? Заставил мамонта. Какого мамонта? Я не мамонт! Отдай, ты что сделал? Мне все аккаунты мои забанили. Ты нормальный? Скажи, что это шутка? Нет! За что? Это просто капец! Пацаны, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, подпишитесь на мой канал, пишите хороший комментарий. Просто ты меня надеюсь, мои аккаунты не забанили.